Путин вместе с Меркель в Ганновере пришли на какую-то выставку, ярмарку, и тут на них выскочили девицы и задрали кофты, но помимо своих замечательных этих выпуклостей, они показали еще надписи у себя на коже. А там написано «Путин, иди», и адрес, тот самый русский адрес, из-за которого будут большие проблемы. Это у них так случайно совпало, что он сегодня утром подписал закон о запрете мата, а днем напоролся на этих девиц. Вот, потому что девицы-то пошли протестовать как раз по поводу запрета, ну, в общем, затруднений на пути НКО, некоммерческих организаций. Но попали прямо в листа, в масть.